Поезд за временный пояс весовой категории до 70 килограммов. Шамиль Яхьяев, Владимир Лубко. Но сейчас Максим получил травму, не может выступать, залечивает. А в условиях лиги была защита пояса обязательным. И первыми претендентами это был Шамиль Яхьяев и Валерий Дашкевич, который пытался завоевать пояс с Пугачевым, но не получилось его. Дашкевич провел три боя, выиграл три раза после своего проигрыша и должен был встречаться с Яхьяевым, но также сейчас залечивая травму, а лига должна была провести именно бой за пояс. И боец Владимир Лубко подвернулся федерации лиги ФМС. Он уже не раз изъявлял желание выступать и получил возможность. Меня зовут Шамиль, 25 лет, в спорте 12 лет. За это время я достиг мастера спорта на Западном Кавказе по грэпплингу, мастер спорта ММА и боевому самбо. Кросс-рекорд у меня 5-0, перед этим боем я прошел хороший сбор и надеюсь, завтра у меня будет 6-0. Только вперед! Поражение, вот кто очень внушительный рекорд, 12.
удачи, без травм. He's a professional weight, 70 kilos, 25 years old, his professional record, 12 wins and 3 losses, Vladimir Lubko! His opponent in the red corner, he's 183 centimeters tall, he's a professional weight, 70 kilos, 25 years old, his professional record, 5 wins and 0 losses, Шамиль Яхьяев! Спортсмены, середину. Титульный поединок. 5 раундов по 5 минут. Правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем мои команды. Все время себя защищаем. Покажите красивый, честный бой. Пожали руки и разошлись по углам. Мне всегда нравилось, когда судья напоминает бойцам, что был вообще титульный. Мало ли. Вот он, собственно говоря, тот самый временный пояс. Весовая категория до 70 килограмм. Да, чемпион должен быть. Поэтому пояс будет разыгран. Готовы? Спортсмен готов? Спортсмен готов? Бой, первый раунд! Let's go, как говорится. Как сказал бы в этом весе Конор Макгрегор, да? Яхьяев значительно выше, да, так прилично, на 10 сантиметров, для легкого веса это прилично. Смотри. Бросается в ногу. А Лубко начинает накидывать удары. Пытается бросить через бедро, не получается подхватом. И... Полного тогда она не вышла. Когда Шамиль взял ногу, Лубко начал наносить удары, мне показалось, что может сейчас так и закончиться. Не хочет переходить Лубко в партер, понимает, чем это чревато, когда мастер спорта международного класса начинает атаковать. Ну, крепкий захват, да, конечно, ты не назовешь захватом таким конкретным под шею, но вполне так бы больше даже. Не хочет Яхьяев проводить бой в стойке. А те свои поединки он достаточно неплохо проводил в стойке. Разбивал своих оппонентов. Но сейчас он уходит сразу в борьбу. Целенаправленно. Саймаунт и вариант, да, поставить левое колено на корпус. Но лучше, конечно, держать под контролем. Очень перспективная позиция, но она перспективная. Но нужно это еще перспективу воплотить. Начинает вязать самих. Но смотри, Лубко восстанавливает гар, закрывает его. Непростой парень, как мы и говорили, молодец. На ground and pound уходит Яхьяев. 3 минуты еще впереди масса времени. Большая группа поддержки у Яхьяева там за красным углом. Представляет Яхьяев сейчас белорусский флаг. Давно уже живет в Беларуси. Тренируется здесь, в спортивном клубе «Феникс». Ну, вот пол раунда прошло и достаточно интересно, интригующе. Лубко хорошо сопротивляется. Не пускает к себе. Пытается Яхьяев пройти ноги, все время пытается их скинуть, но не получается. Вяжет Владимир руки Шамиля. Пропускает удар
снизу ногой Ихьяев достаточно такой серьезный. С контролем ног сейчас правый, через верхи, хорошая перспективная позиция, он опять вяжет и, в принципе, он пытается сейчас уйти на болевой. Удушающий, серьезный. До 70 килограммов. Скажем так, по правилам проведения турнира в ММА запрещено покидать пределы октагона, даже если ты выиграл. Но здесь, наверное, можно сделать исключение. Как раз таки Хабиб очень любит нарушать данное правило. К счастью, в данном случае я бросился в толпу своей поддержки, чтобы получить свое поздравление с этой победой. Но не то, что о чем мы вспомнили уже о легендарном событии про вас. Здесь Владислав Давидский, целая группа, не только представители клуба «Феник», но, кстати, и наших борцов вольного греко-римского стиля. Но начало боя было напряженное. But it was close in the beginning. Твои ощущения? Your feelings now. Спасибо за поздравление. Начало было напряженное. Мы видели его. Он что, камни сделал, что ли? Что это? Физически был крепкий соперник. Я понимал, что он устанет быстро. He eats a stone. He is really like a stone. But I think that he will, his stamina will be bad in very soon. И, ну то есть игру и. План был чуть-чуть по соперника завалять, чтобы он подустал, чтобы он забился, а потом либо жизнь закончить добиванием или сделать болевой. The plan was to get into the grappling my opponent, then to get his power off, and then to finish him. Ну, в любом случае, я уверен, что ты доволен результатом, потому что удушающий получился крутой.
Anyhow, I understand that you are satisfied by the result of the fight because really, it was really cool submission. Мы тебя поздравляем, и я уверен, что мы еще увидимся здесь. Хочу поблагодарить в первую очередь свою семью. Мама, все нормально, зря ты переживал. Мою команду «Феникс». Они вовсе не кровные братья, но они мои как братья. У нас очень дружная команда. Я очень горжусь ими. I want to thank my mom. Mom, everything is okay. I want to thank my like second family, Team Phoenix. Большое спасибо школе иностранных языков Underground. Большое спасибо мотивологу Коля. Привези кушать, спасибо большое. Тренажерный зал Gymbox. Приходите, тренируйтесь. Всем моим братьям, кто помогал. Феникс, Илья Лужинский, Дмитрий Апанович. Каждый день со мной в зале работали, хотя больше людей не было. Все отдыхают, загорают, а мы работали каждый день. Спасибо моим братьям, борцам, Максим, Радик, Азамат. Они приходили, помогали мне. Всем большое спасибо. Я, может, кого-то забыл, я извиняюсь. Еще Мирза тоже гигант, если говорю вообще. На 50% это его пояс. So I want to thank my sponsors who support me here, also my team, my brothers, Grapless, Mirza, it's 50% of his belt. So thank you, thank everyone who supports me during my training camp. Мы тебя еще раз поздравляем, достойная победа! Еще раз тебя поздравляем! Эту победу я хочу посвятить своему отцу. Папа, ты очень гордился бы этим. I want to dedicate this victory to my father. Shami Yahya!